4, что дальше? 3, 2, 1, перед стартом они громко лают и радуются. Для этих собак пробежать дистанцию в 3 километра – одно удовольствие. В этом году в первенстве Южно-Сахалинска по ездовому спорту участвуют около 30 человек. Для спортсменов и их подопечных несколько категорий. Лыжи спринт – одна собака, нарта спринт с двумя собаками и дети в упряжке с одной собакой. В следующем году, в 17 феврале месяце, будет первый чемпионат России. Надеемся, если финансирование Минспорта нам позволит поехать, мы повезем туда своих участников. Ну, участников у нас потихонечку прибавляется на областных соревнованиях, и у нас растут результаты. Дистанция для всех участников одна – 3000 метров. Исключение для детей. В защитной экипировке они бегут 200 метров. Первыми на старт выходят мужчины с одной собакой. Андрей Лукин тренируется уже 4-й год. С питомцем приехал из Мурманска, а на острове активно продолжил занятия. Андрей со своей собакой потеряли несколько секунд на непростых участках трассы. Однако, несмотря на это, пара в своей категории завоевала победу. Ну, тренировочный процесс, ну, штука сложная. Надо работать намного компонентов, и скоростные, силовые, и послушание, чтобы должно было быть. И самому спортсмену нужно соответствовать собаке. А вот Олег Пикин и доберман Каир ездовым спортом занимаются только 2-й год. Питомцу сегодня уже 4,5 года. У пса отличная подготовка. В этом году у пары спортсменов это уже вторые соревнования. Среди мужчин в своей категории Олег и Каир стали вторыми. 3000 метров они преодолели за 9 минут и 42 секунды. От лидера гонки Андрея Лукина пара отстала на 35 секунд. Заниматься удовольствием. Собаки очень активные. Они очень любят спорт и очень любят движение. Энергии в них много. Наоборот, чем больше ними занимаешься, тем легче, тем лучше. Среди девушек на лыжах лучшей стала Татьяна Устинова. В самой многочисленной категории нарта спринт две собаки также победила представительница прекрасного пола Ольга Лукина. А совсем немного от первого призера отстал Алексей Ткаченко. Он стал вторым с результатом 11 минут и 2 секунды.